Для того, чтобы пришить пуговицу, длину стежка устанавливаем 0, ширину стежка 6,5. Приступаем к пришиванию пуговицы. Можем использовать либо лапку, специально предназначенную для пуговиц. Если у вас такой лапки нет, то у многих, я уверена, ее нет, я вам покажу, как пришивать пуговицу, не имея такой лапки. Пуговицу отверстиями установите на размеченное для нее место. И аккуратно подведите под иглу. Убедитесь в том, что игла вошла в пуговицу. Опустите лапку. Выполните вручную 2-3 стежка для того, чтобы убедиться, что игла четко попадает в отверстие. Удерживайте пуговицу двумя пальцами. После этого ширину стежка установите 0. Делайте несколько проколов в одно место для того, чтобы закрепить нить. Поднимите лапку, извлеките планку с пуговицы. Лишние нити обрежьте. Мы получили быстро и аккуратно пришитую пуговицу. Аналогичное действие выполните на всех остальных разметках пуговицы.